Привет, ребята, и мы продолжаем играть в Assassin's Creed China Chronicles. Your actions here have only delayed the inevitable. Slowing these savages will have only angered them. They will see this as a betrayal and launch a full-scale assault. They will not reach my land. The war will hold them back. Your land? You think your successes matter? China is just a piece of the prize. We will rule the world. And the box you so kindly presented us will be yet another tool to achieve a time of peace. Peace? You think you're a hero now? I don't want your world, your control. Give me the box, and your death will be fast. Your box is lost, assassin. Already out of China, in the safe hands of my fellow Templars. Then another assassin will find the box. That will be their destiny. Mine lies here with you. Пора драться. Месть, 1530, Великая Стена. Шао Цзуню удалось поставить крест на план Джан Юна. Однако разозленный Алтан Хан приказал начать штурм Великой Стены. Теперь Шао Цзунь предстоит править в самое сердце битвы, чтобы убить Джан Юна. Ты сам пожукаешь власть тамплиеров Китая. This is the end, Zhang Yong. There is nowhere to run. Походу будет небольшая гонка на время. И потом уже будет. Я как-то ждал, что сразу. Откуда их ядра? Я думал, от голов не было чтобы таких штурмовых орудий. Не успел схватиться за лестницу. Но был почти там. Да хватит прыгать вокруг! Я вижу, что там стало хуже прыгать. Да я вообще не успел даже чуть-чуть подпрыгнуть, чтобы достать эту лестницу. Что же все так сложно? Несправедливо. Да блин, это нереально! Запрыгнуть, это происходит так быстро, и меня сразу десинхронизация или что там. И тебя просто в огонь сиганул уже. Не знаю, почему-то ночью мне дышать становится тяжело, не знаю почему, просто хочется вздохнуть поглубже ночью. Почему так, без понятия? Да серьезно, это что это за издевательство? Ну блин! Не могу уже. Все делаю правильно, и все равно. Давайте попробуем еще раз. Да блин, ну что такое? Ну как? У меня получилось, еле-еле запрыгнул сразу третьего, четвертого, не знаю. Или пятого, может быть, даже больше. Он тут просто стоял и ничего не делал. Походу им нравится, как разрушают их постройки и все такое. Чёрт, он мазохисты. Нереально, я не знаю, бензином что ли все тут обливают, когда строят. Мне кажется, так стены не горят. Не то, что я наблюдал, как горят стены, но... Мне кажется, или они так не горят.
Я знаю, немножко долго злез вокруг этой штуки. Платформа. Ну что, у монголов там большая армия. Как бы ничего не скажешь. Китайцы имеют полное право на поражение. Оглядываться не умею. Герои не оглядываются. Индиана Джонс! Разработчики Assassin's Creed полюбили, знаете, в Ubisoft эти парни полюбили взрывы и все такое. В третий Assassin's Creed чего стоил там в конце. Да и не только в конце. Полюбили они взрывы. Да раньше главное сюжет, мораль. Теперь кто есть сюжет, мораль? Нафиг, давайте взрывать все подряд. Мышей говорите. Здесь кидается тут какой-то пунктик на тему мышей. Сумка так ведро на тебя летит. Ведро на тебя летит, хотел сказать. Потерпим. Все сбежались. Надо перетерпеть. О, кстати, тут можно сделать орлиный прыжок. Прыжок вверх. Черт. Надо было атаковать. А, кстати, я понял, в чем прикол. Надо бы их выманить. И потом перепрыгнуть и закрыть ворота. Little distraction could help me here. Как его привлечь.
Ну и сидеть там дальше. Да, они тут все китайцы, почему я говорю, что здесь еще и китайцы, они... Мне кажется, это просто было лишним. А мне это нравится. А тут нельзя сделать больше ничего, нет? Нет, нельзя, ладно. Пытаемся хотя бы. Так вот, оглушение. Да, можем вот так вот обойти. Уж не знаю, зачем ты смотрел на развалины, я бы оттуда не пришел. Ну ладно, ты его уже вина не моя. Is it as you'd hoped? Do not flatter yourself, Sang-yong. You had to die for China to have hope again. I started this journey for vengeance. But I've understood now that it's pointless. I have found a better goal to pursue. And what is that? The future. A new tomorrow for China and its people. I will undo all that you have done. I will rebuild the Brotherhood and recruit those who wish to make our land a place of freedom. Those ready to die to fight men like you. Your Templar world will not happen. The assassins will rise again. Сыр быстрый, не торопливый. У меня просто быстрый. Я не сыр быстрый, к сожалению. Разбивать Диванштейн одной мощной атакой. Круто. Херикс убийство. Все навыки улучшения получил во время первого проекта будут доступны. Начально, но в игре плюс я получу умножить 2, я уже успел провести все оставшиеся улучшения. Вопрос в том, зачем же мне все эти оставшиеся улучшения? Вот. Так, здоровье меньше. Ну, круто. Правда, заново нет никакого желания проходить. И немножко после титров. Mentor, the Emperor is dead. The elixir of life? Yes, it killed him, as you had planned. His son will follow in his footsteps. The war will protect the people now, and so shall we. Mentor, last time we talked, you were telling me about Master Auditor's precursor box. Ah, Ezio's great gift to me. Yes, I never discovered what the box could do. Yet the artifact, and my obsession with it, taught me a great lesson. Perhaps the greatest of lessons. What was that, Mentor? She who seeks revenge should remember to dig two. Да, для себя и для врага. Что же, ребят, это все, игра пройдена. И я реально постарался пройти ее, так сказать, решил не ложиться. Эти видео вы увидите уже утром. И вы их сейчас смотрите, если прям вот
прям смотрите, как только они загрузились, то смотрите их утром. И что же, ребят, далее нас ждут GTA 5. Мы будем заканчивать проходить GTA 5 и другие игры. Я сейчас реально сейчас поздно уже не помню, какие другие. Я помню, что GTA 5 я должен закончить проходить вместе с вами, ребята. И потом мы перейдем к другим играм, типа Ведьмак, GTA San Andreas. Все это будет на канале. Не волнуйтесь, я ни о чем не забыл. Как можно забыть? Вот как можно взять и там забыть, что у тебя прохождение GTA San Andreas? Это нереально для меня. Ребят, такого не бывает. Я ничего не забыл. Если не выходит серии по какой-то игре, то значит, я по какой-то причине не могу их делать. Так что, ребят, спасибо за просмотр. Рад, что, надеюсь, вам понравилось. Извините, я пару раз я был сонный и, конечно же, мог сыграть и лучше, но я все хотел для вас пройти, не хотелось затягивать на 3 дня прохождения, потому что игра маленькая, и знаете, как на 3 дня ее растягивать. Ну, сами понимаете, как-то неправильно это. Спасибо за просмотр и до следующей серии. Пока!